День физкультурника, который традиционно отмечают во вторую субботу августа, в нашем городе прошел весело. Поддержать массовую зарядку на центральной площади собралось немало горожан. В основном молодежь, но и взрослые тоже были. Мастер-класс «Как нужно начинать каждый свой день» провела чемпионка мира и Европы по самбо Наталья Поленица. Среди участников в этот день все, кто любит спорт и веселье, активные дети и взрослые, которые своим примером доказали, что Конаково за здоровый образ жизни. Хорошая физическая форма важна для каждого, особенно для спасателя. В этот день и конаковские пожарные присоединились к летнему празднику. Приятным моментом на утренней зарядке стала церемония награждения лучших спортивных педагогов за их вклад в воспитание здорового молодого поколения. Спортивный праздник такого формата становится доброй традицией в нашем городе. Главное, чтобы с каждым годом появлялось все больше желающих принимать в нем участие.